Специальное предложение только сегодняшнего дня. Скоро дачный сезон. Помидорчики, а потом закруточки. Вспомните, когда вы, например, делаете аджику вот в зиму. Это же сколько времени на это уходит. Сегодня при помощи измельчителя все это превратится ровно в 10 секунд. Как сделать все по-быстренькому, нам расскажет Глеб Астафьев, эксперт телеканала «Шоппинг-шоу», известный телеведущий кулинар. Мы смотрим твои кулинарные программы. Многофункциональный. И для любой кулинарной передачи, и для любой кухни это превосходный инструмент для работы. Многофункциональный. Эль-густо. Пять в одном. И, конечно же, поскольку он мощный, значит, вы готовите очень быстро. Так. Необыкновенно быстро, четко и легко. Во-вторых, конечно же, вы можете приготовить в нем все, что угодно. Это 5 в одном. Вы измельчаете, раз, вы взбиваете, два, вы рубите, три, вы крошите лед, четыре, и вы перемешиваете. 5, ничего себе какой он. Все может, действительно все. И, конечно же, у нас в комплекте здесь 2-литровая емкая чаша. И плюс к этому надежнейший комплект ножей из 2 и 4 сабельных S-образных лезвий. Отлично. Скажи мне, пожалуйста, Оленька, где прячет свои ошибки повар, ты знаешь? Нет, не знаю. А под соусом, конечно же. Если вдруг вы что-то приготовили неудачно, все спасет превосходный, свежий, ароматный, как сок фреш, представь себе, свежеприготовленный ароматнейший соус. Извольте. Ну, слушайте, аромат потрясающий. Вспомни, когда мы просто кетчуп из упаковки выливаем на мясо, он так вкусно не пахнет, а здесь прям свежерубленные помидорчики поверх свежеиспеченного мяса. Попробуем? Сочно? Ароматно? Запах лета. И травушки, и ни одна капелька витамина у нас не пропала. Почему? Мы только что измельчили, все готово. Очень-очень вкусно. Все быстро, легко, энергично. И главное, это бренд Густо. Надежный, качественный, производящий превосходную кухонную технику. Очень вкусно было. Слушай, помидорчики прям рубленые. Рубленные. Они не какой-то месиво превратились, а рубленые. Класс. Измельчитель. Это не блендер, это гораздо круче. 2 цвета на выбор. Есть зеленый цвет и есть красный цвет. В комплекте вы получаете сразу 2 вида ножей. Глеб, расскажи, пожалуйста, для чего нам нужны вот такие ножи? У нас с тобой здесь S-образные и очень-очень острые ножи, которые позволяют нам именно рубить все, что мы заложим в эту 2-литровую чашу. Ну что ж, для большого количества мы используем 4 ножа, для маленького количества 2 ножа. 1099 рублей. Цена действующая только сегодня. 63% экономии. Завтра этого предложения уже не будет. Кстати, Глеб, по статистике такой измельчитель у нас улетает в количестве 9000 измельчителей за буквально там несколько презентаций в день. Вот так. И я понимаю, почему. Потому что это очень простая, но при этом очень мощная техника. Одна единственная кнопка, а сколько функций. Мы можем приготовить все, что угодно за несколько секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Одно нажатие и мощный блендер-измельчитель к нашим услугам. Мы с тобой засекали не более 10 секунд. Не более 10 секунд самый сложный или самый, я бы так сказал, плотный ингредиент. Обрати внимание, вот здесь у меня лежат с тобой котлетки, да, приготовленные при помощи нашего, собственно, многофункционального измельчителя. Обрати внимание, насколько они пышные. Ой, а теперь обрати внимание, насколько они у нас внутри. И сочные, и в то же время есть текстура мяса. Вот. И теперь давай с тобой взглянем, какой же у нас здесь фарш. До того, как мы его термически обработали, смотри, из него можно делать каннелли. Он рубленый, и в то же время он необыкновенно эластичный, пластичный и ароматный, свежеперемолотый. Слушай, даже зелень перемололась. Представляете, вот если вы блендером, например, хотите перерубить зелень, она не перерубается, она наматывается. А здесь рубится и мясо. Вот смотрите, мы с Глебом засекали. За 3 секунды рубленное мясо, прям кусочками, как манты делают профессионалы.
профессионалы. Ножом то же самое можно сделать измельчителем за 3 секунды. Чем дольше вы держите, но до 10 секунд, тем пышнее мясо. Хотите посильнее измельчить для детей, чтобы котлетки подходили? Но тогда подержите 7-8 секунд максимум. 8 секунд, и котлеты готовы. Теперь я понимаю, почему Глеб Астафьев выбирает для себя этот измельчитель. Давайте, кстати, посмотрим. Мы можем приготовить тысячи блюд при помощи этого измельчителя. Конечно же, мы можем приготовить любые варианты заготовок. Грибную икру, баклажанную икру. Мы можем сделать здесь замечательный фарш. Нежнейший или для пельменей, или для, собственно, для мант. Здесь мы видим с тобой, конечно же, овощи. Овощи порубить, сделать замечательные творожные массы какие-то. Или сделать такую вещь, как смалец. Ой, друзья, знаете, я уже предвкушаю дачный период. Вот эти запахи лета. Вот моя свекровь, например, в этом году посадила 150 штучек вот этих кореньев, как они говорят, помидор. Потом столько урожая будет. Мы, конечно, любим прям свежее все это есть. И она закрывает очень вкусную фирменную аджику. Она туда и помидоры добавляет, и перчик. Как она это делает? И хренок обязательно, без этого никак. И ножом рубит, и на терке тоже трет. Все это долго очень, но давайте проверим, за сколько мы теперь будем делать аджику и другие блюда. Или, допустим, мы взяли с собой, просто взяли мясо. Есть! Раз, два, три, четыре, пять. Все! Все! Вот так. Крупно рубленый фарш, идеально подходящий для эчпочмаков, для мантов, или, если ты хочешь сделать хороший, качественный бургер для, собственно, отлично. Для бургера. Так, ну что ж, давайте я сейчас попробую тоже. Смотрите, друзья, здесь у нас с вами вот блины и тесто. Помните, с утра просыпаемся, иногда не хочется это все руками взбивать. Раз, два, три, считаем. Хоп! 4, 5. Все, готово. Представляете, 5 секунд и готово. То есть еще раз, измельчает, рубит, крошит лед, взбивает, перемешивает. 5 в одном за 1099 рублей. Скажи, пожалуйста, насколько надежны здесь ножи и как долго они будут острыми? Это очень качественная, нержавеющая сталь. А отсюда мы получаем вывод, что, во-первых, она идеально рубит. Это да? Супчик у нас. И сохраняет заточку очень долго. Тыквенный супчик, детское питание, приготовленное отлично. Самостоятельно. 5 в одном, друзья, и измельчает, и рубит, заменяет многие приборы на кухне, которые вечно расставить негде. Вот один компактный, удобный, многофункциональный, всего лишь за 1000 рублей. Надо брать обязательно, это главная покупка дня.